ледянки, ватрушки, санки – на первый взгляд безобидные детские приспособления для зимних забав. Но часто именно они становятся причиной серьезных травм. О том, как не омрачить игру на свежем воздухе и сделать ее безопасной, дошколятам рассказала начальник управления по делам несовершеннолетних Раиса Пестрякова. В зимний период опасностей действительно очень много. Дети на тюбингах разбиваются многие, многие на горках увечья получают. И как уже статистика показывает, именно в зимний период увеличивается поток детей в больницу с различными травмами. Лекцию о правилах поведения во время зимних активностей провели не только для воспитанников, но и воспитателей детского сада номер 9. Специалисты напомнили, с особой осторожностью нужно проводить прогулки в гололед и метель. Быть предельно бдительными следует и вблизи водоемов.